Приветствую вас, дорогие мои друзья! Поздравляю вас всех с завершением каталога номер 3, и сегодня стартует каталог номер 4. Он действует с 7 по 27 марта, целых 3 недели. И этот каталог очень крутой, я вам сейчас покажу свой первый заказ, что я беру, и мне очень много продукции присылают на обзор, чтобы показать вам, какие у нас классные будут новинки и продукты по акциям, а акций так много. Вам нужно просто будет обязательно сесть с командами и сделать планирование, что вы хотите себе получить в подарок. Итак, мне добавили зонт голубой, набор блогера, набор декоративной косметики. Один сет я получаю в подарок за новичка прошлого каталога. И заказываю, в основном заказы для клиентов и немножечко для себя. Гели для клиентов себе беру, набор одноразовых станков. Как-то один раз их пробовала, мне не понравились. Думаю, дать им второй шанс, потому что вы так их хвалите. Может быть, я что-то недопоняла. Шариковый дезодорант себе. Два массажера для кожи головы. Они идут по акции. Всего массажер получается 2, вот если 238 напополам, 118 рублей всего массажер. Вот такой классный. Кстати, у меня одна девочка делает им и антицеллюлитный массаж. Так, у меня заказали клиентка весь набор. Массажер, потом тоник, кондиционер против выпадения и шампунь против выпадения. И себе я беру кондиционер, так как мне шампунь присылали на обзор. Я очень хочу кондиционер. Потом попозже закажу еще тоник обязательно. Так, беру со вставки из каталога туалетную воду мужскую. Она идет по классной скидке. А воду просит постоянно. Два крема. Крема для рук. Один цветочный, другой с маслом арники. Две краски для волос. Мой любимый оттенок. Беру я себе одну, и одну у меня берет моя клиентка. Подводку для глаз себе. Темно-коричневую помаду заказали. Питательный крем для рук тоже под заказ. Клиентка говорит: слушай, такой крутой крем, мне срочно нужен. И как раз он со скидкой. Тушь для ресничек многофункциональная, 5 в одном, 5 штук. 4 под заказ, одну, пока взяла одну, но буду еще заказывать. Две ухаживающие тональные основы On Color, очень хвалят, их очень хвалят. Оттеночный гель уход для бровей, кстати, девочка второй раз заказывает. И удлиняющая тушь для ресничек, тоже серия On Color. Антицеллюлитный гель для тела и укрепляющий гель для груди и живота. Это тоже под заказ. И два геля с макадамией. Это все одна клиентка. Так, посмотрим, что еще мне положили. Ребята, всю стартовую программу я вам подробненько расскажу, что, как, зачем и почему. И огромное количество новинок. Обновляющая маска, сыворотки, все сыворотки. Боже, как я их хочу быстрее попробовать. Три тинта со скидкой 50% я беру ночной крем Экологен и каталоги. Для... И это еще не все. Я листаю дальше. Так, я добавила ночной крем со скидкой 50%. И мне предлагают добавить тушь для ресниц за 1 рубль. Добавим. А сколько можно их добавить? Одну. Одну только? А так хочется еще. Я бы прям вот так вот нажимала за 1 рубль. А за что? А если еще такую? Нет, только одну тушь. Ну окей, я добавила. Нажимаю в корзину. Честно говоря, я не помню, что за акция с этой тушью. Может, я что-то заказала, что тушь идет мне за 1 рубль? Не помню, правда. Я иногда акции даже не успеваю все увидеть и все запомнить. Поэтому, если вы в курсе, напишите, пожалуйста, что это за акция. Так, здесь у нас вкладка в каталог. Далее. Не забудьте себя побаловать. Смотрите, набор серёг за 159 рублей. Классно. А далее. Эксклюзивно только онлайн. Смотрите, спецпредложение на витамины. Парфюмерный крем для тела Love Potion. Giordani Gold крем со скидкой. Poses. Eclat Femme Weekend. Мыла. Слушайте, по 31 рублю хочу. Раз. Еще раз. У меня они все кончились. Абсолютно все. А их часто просят. Надо взять. Вот так вот наберем. Добавим в корзину. Если вы в прошлом каталоге сделали заказ на 50 баллов. И в этом тоже на 50. Посмотрите, в самом низу будет дополнительное предложение. Заказать набор из 3 продуктов. Бьютаниклс. Кондиционер. Шампунь для волос. И средство для купания.
95% натуральности, с экстрактом жимолости, который дает нереально вкусный аромат. Вот эта серия мои волосы просто оживила. Я нажимаю «Добавить в корзину» и смотрим еще какое-то дополнительное предложение. Это для всех. Стойкие тени карандаш, золотой песок, классно. И как я люблю эти стойкие тени, но у меня их очень много, поэтому пока молчим. Кстати, масочки у меня так ушли классно все на подарки. Добавила маску. Даже я бы еще одну взяла, потому что я их раздариваю, клиенты просто в восторге. Итак, возвращаемся в корзину, проверяем, что у нас здесь случилось. Что-то изменилось. Я сейчас просто все проверю, чтобы меня все устраивало, чтобы все было хорошо. Так, крема, все на месте. Всегда проверяйте, что у вас встало в корзиночку. Вот здесь вот в нижней части должны появиться продукты, которые вы добавляли по спецпредложению. Так, две масочки получили 110 рублей. 7 продуктов это мыла по 31 рублю. Акция за 299 рублей всего, еще и баллы дает, классно. И тушь за 1 рубль, класс, я в восторге, отлично все получается. Дальше есть еще дополнительное спецпредложение, если что-то здесь интересно, листайте сюда на стрелочки, выбирайте, смотрите, что-то может быть как раз вам нужно. Нажимаю «Далее», и мы попадаем в раздел «Предложения», а нам нужна доставка. Доставку я меняю, потом поменяю на доставку курьером, я еще вернусь, проверю заказ. И вам обязательно предложат выбрать что-то вместо платы за доставку. Смотрите, если вы выбираете пункт выдачи, на всякий случай покажу, может быть, вы не делали еще заказ, нажимаете «Получить» в пункте «Выдачи». Сначала вот в этой части тип вы выбираете, куда доставить. Это может быть бьюти-центр, СПО, пункт выдачи постамат, пикпоинт мы их называем, или в пятерочку, если у вас это доступно. Потому что, может быть, вы нажмете, а у вас не выдают в пятерочке. Поэтому будьте внимательны, и если сомневаетесь, звоните либо на горячую линию, либо по помощь спонсора. Спрашивайте у спонсора, он вам поможет разобраться. Например, выбрали СПО. Здесь вы забиваете свой город, и он вам предлагает варианты, куда доставить. Вы знаете свой город, свой район, смотрите, какая улица к вам ближе. Например, мне ближе вот эта улица. Я нажимаю, и он показывает, сколько будет стоить доставка. Всего 100 рублей. Если же в вашем городе есть доставка на дом, то вы выбираете доставку курьером, выбираете свой адрес. Адрес, у меня вот адрес другой. И уже встает доставка курьером, вот так вот, и будет у меня, например, по нулям, потому что заказ большой, более 4000, поэтому доставка будет бесплатная. Нажимаем «Далее». Оплата перед получением. Я оставляю оплату перед получением. А если вы выбираете, например, доставка через сайт, вот тут нажмете «Доставка банковской картой», то вы должны сначала оплатить сумму, которую вы видите внизу, а потом только завершать оформление заказа. И, кстати, когда вы оплачиваете через карту, то там, по-моему, взимается какой-то процент. Мы можем нажать «Далее». Вот, 33 рубля будет дополнительно. Меня это не устраивает, я не хочу оплату картой, поэтому я нажимаю «Далее» и выбираю «Оплата перед получением». Я завершу заказ и тут же его оплачу со своей карты без процентов, абсолютно без процентов. Тоже важно знать, потому что некоторые меняют на другую оплату и потом сразу не оплачивают, сохраняют заказ. И в течение часа заказ исчезает. У нас просто вот недавно такая была ситуация. Итого, давайте посмотрим, сумма заказа 7320 рублей, 65 продуктов в заказе. Огромное количество специальных предложений я забираю, и также со скидкой 50%, очень люблю эту акцию. Продукт со скидкой 50% доступен всем, кто делает 150 баллов. Только первый раз нужно два раза подряд сделать 150, и в третьем каталоге у вас добавляется вот этот раздел «Добавьте любой продукт со скидкой 50%». Если вы опять пропустили, не сделали 150, в следующий раз опять два раза надо будет подтверждать, и только на третий каталог добавится скидка 50%. Я же всегда делаю 150 баллов, поэтому
Поэтому всегда есть скидка. Итого, скидка еще прошла с товарного поля 4625 рублей и к оплате всего 3322 рубля. Какая прелесть! За огромный заказ 167 баллов всего 3300. Почему так происходит? Потому что я активно работаю с командой, и компания платит мне за работу с командой деньги. О бизнес-возможностях вам нужно будет тоже поговорить со своим спонсором, задайте ему вопросы, как вам выйти на доход в Oriflame. Но здесь доходы очень даже неприличные, неприлично большие могут быть. Итак, заказ у меня готов. В принципе, я уже могу нажать кнопочку «Сохранить», но я еще раз его проверю, потому что я на видео все очень быстро говорила. Я вам желаю отличного каталога, дерзайте, действуйте, отличная акция в этом каталоге, и она не одна, я думаю, что будут добавлять еще какие-то акции, как у нас компания делает каждую неделю, поэтому будьте просто всегда во внимании и действуйте, у вас все получится. С вами была Лилия Донскова, если видео полезное, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а если вдруг у вас еще нет дисконта 20%, обратитесь ко мне, я вам помогу оформить личный кабинет и научу вас, как что делать, и отвечу на все ваши вопросы, буду вашим наставником. А теперь точно пока-пока, всего доброго. И с наступающим, девчонки, с праздником нас, женским днем.